приехала на континент. Это опять же к слову, короче, привет. Там подходит. Погода хреновая. Вообще, я не помню, что тут такой был. Вот, поменялись. Здравствуйте. А, они нету? Случайно. Вот этот ей покажу. Бомбический. Спрошу у нее за этот красный. Ну, красный, там 950, по-моему, получается. Да. Да, этот красненький. Красивый. Поток вообще, конечно, лучше раскрывать. Да. Красотень. Да, а я потом даже как под какой наряд они мне, я потом тоже померяю. Что он на светлом фоне, он такой удивительный, да, что да. Он на светлом, а при этом такой яркий. Очень красиво. Я потом на себе их сфотографирую. Спасибо. Снимаюсь, выставлю. А, они сцепились. Надо вот так показывать. Прям золото такое. Хотела одним кадром. Это пудровый, конечно, один из моих любимых. Серая роза. Очень красивая. Ну, это классика, можно сказать. Еще насыщеннее. Вот это прям какой-то восточный. Красавец. Ну, хотя на самом деле как раз действительно да? Райский сад. Ага, то, что вот да. В основу входит. Красиво. Вот этот роскошный, конечно, на темном фоне у нас палантин. Красиво будет смотреться, расширяет. Палантин. Угу. Да, как ваза, вазон. Ага, да. Ну, они такие красивые, их рассматривать, конечно. Настолько красиво, что... Ага, эти... Это костюмки. Зелень, это классика. Угу. Сочный, нарядный. Очень красивый. Вот этот. И она говорит, будет поступление очень еще. Очень удобные, комфортные. Угу. Носки за счет тяжелых кисточек. Да, красота. Эти жилетки, конечно, замечательные. Мы не сделали фотографии, потому что жилетки, да. Конечно, есть и сумочки. Надо ей манекен. Что-то я смотрю, одна жилеточка осталась уже. Было больше. Ну, этот цвет просто в моде сейчас. Ну, тоже это на любителя, да. Хотя мне нравятся вот эти штуки. Да, и вот эти еще. Тут просто как кружево рисунок. Удивительный такой. Нужно дать ей на прокат манекен. Хорошо снимался. Красота. Ручная работа очень много. Валяны из
пока складывает, которые я себе приобрела. А я покажу, какая красота здесь. Девочек происходит. Масла все возможные. Часы. Варежки. Боже, какая красота, какая брошь шикарная. Необыкновенная. Рассматривать часами можно эту красоту необыкновенную. Это все в основном ручная работа. Все, забираю свои. И под мой боха стиль подходит платочек. Пришлось поснимать в длину, потому как в ширину камера все меня не захватывает, некрасиво получается. И так освещение плохое. Я прям растерялась, в каком наряде мне идти. С белым платком или с красным. У подруги сегодня премьера. У меня подруга есть звезда, она снимается в фильмах. Я иду на премьеру сегодня. Вот растерялась. Красно-ярковатый получается образ. Макияжик еще нужно будет сделать. Сейчас займусь. Пойду вот так, чтобы не переживать, в каком платке было бы лучше. Пойду в двух.